Сразу после вечернего чая. Наконец-то. Вперед, гриба, отлично. Здесь мы посмотрим. Настал момент всей моей жизни. А каких трудов нам стоило добыть это сокровище? Чучело лисы. Только посмотри, Кевин. Овеянный легендами Некро-Нямикон. Держи картоплю. Мастер. Я покормил. Да, подождите. Прицу. У нас курица столкнулась с картошкой и утонула. Мне нужны... В первую очередь мясо, да. Еще шкуры. Да, мне нужны еще шкуры. Мне нужны еще шкуры. Блядь, да куда? Реакция как у мангуста просто. Выглядит как Фроггер. Пресс F to Frogger. Так, что делать? Это контейнер. Так. Я попиздовал. Блять, креветка не перешла дорогу. Повторяю, креветка не перешла. Она не нужна, она нахер ты ее принес нам. Рыба нужна, рыба. Сейчас будет рыба. Рыба перешла дорогу. Надо реально машина ездит. Блять! Гриф не перешел дорогу. Nope. Он ее кладет, она горит. Так, ни один рис на эту сторону. Все, стоп. Ты уебал мне рис. Еще рис нужен. Сейчас будет. Так, у меня nope. Есть две. Две готовые. Nope. Да блять. Нас. Шо чикен? Держи. Чикен. Сходили, значит, по рис. Только один утопленный рис. Один утопленный панда. Рис не получит, повторяю, рис не получит. Найс шот, блядь. Fuck you. Спасибо. Картошка. Да. И бейтит. Это что за... Это креветка. Там нужна кому-нибудь просто креветка? Ее подать надо отдельно на тарелке. Она горит уже, между прочим. Все. Хотелось взять с ленты этот водоросль, положил туда тарелку с готовыми сушами, и она уехала в мусорку. О, да, рататуй, блядь. Какой рататуй? Это крысюк какой-то. Это крот. Мистер Крот. Это крототуй. Крототуй. Сыр нужен. Ясно. Сложно. Да. Нужна тарелка. Блять, тарелка же нужна. Оба заказа, которые не выполнены, их просто. Ну как бы. Один и трявел. Проебали в бездне. Нас покормили Арториса, блядь. Дорога зовет вас на север из облака. Вверх-вверх от третьей звезды налево прямо до завтрака. Говно.